Да связывали их все. Связывают их все, на камерах они увидят. Следователь же он сказал, что и к чему. Там есть такая история, что у нас, наверное, в позапрошлом году произошел конфликт в коллективе. Одна из воспитателей, по словам санитарки, ёршиком сбила ребенка. Я так думаю, что это у них какой-то был внутренний конфликт, и доказательств этому не было. Но были там какие-то покраснения, но недостоверно у них покраснения. И получилось так, что все мы стали фоткать. Приходишь, ребенок у тебя побитый на смене, и ты его фоткаешь. Вот, чтобы потом, как доказательство, что не ты.